Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный салат из огурцов и помидоров. Сначала 2-3 сочных помидора нарезаем на средние кубики. Один средний огурец очищаем от кожуры и нарезаем на тонкие дольки. Также я добавлю половинку одной красной луковицы. Вместо красного лука можно использовать обычный репчатый или мелко нарезать зеленый лучок. Лук помнем руками, чтобы он хорошо пустил сок. И добавим в салат. Также я добавлю 200 грамм сыра моцареллы. Как вариант, вместо моцареллы можно использовать сыр фета. И нарежу небольшой пучок петрушки. Для заправки смешаю 4 столовые ложки оливкового масла. Можно использовать любое растительное. Добавлю 1 столовую ложку бальзамического уксуса. Бальзамический уксус прекрасно сочетается с любыми салатами, в которых есть моцарелла. Добавлю соль, сушеный чеснок, базилик и прованские травы. И все перемешаю. Заправляем наш салат. Я рекомендую заправлять салат прямо перед его подачей, а не заранее. Все хорошо перемешиваем и подаем к столу. Получается очень-очень вкусно. Это отличный рецепт салата к любому ужину или обеду. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием и до новых встреч. Пока-пока!